Всем привет, это iFamous Me TV. Сегодня мы находимся на презентации альбома Ptahi. Давайте посмотрим. Цао. ЦАО. Держи себя в руках. Это просто фон. Если друг вдруг стал твоим врагом, если твои мысли видят дыма под потолком, и твоя семья тетрадка, ручка и микрофон, то забудь обо всем, все остальное фон. Если друг вдруг стал твоим врагом, если твои мысли видят дыма под потолком, и твоя семья тетрадка, ручка и микрофон, то забудь обо всем, все остальное фон. Я был одним из тех, кто готов был биться. Я летел вперед, как в небе птица. Я оставался собою, не меняя лица, не замечая, как мой круг пожирала столица. Люди терялись, оставались, сука, самые стойкие. Кто-то спивался, другие отъезжали на койках, сжигали иглами руки, сували внутри трубки. Люди не люди, так неющие трупы. Я потерял пару друзей, у соседа под дверью. Меня мало ебёт, твою верю, не верю. Я понял давно, что нас с тобой травят верой. Ночью по клубам, а утром по норам, как звери. Включаем телек, люди что-то говорят. Воюют по миру война, это наш обряд. Приносим жертвы, кому только непонятно. Но ведь в семи кругах это очень надо. Ты оставайся собой, держи веру в душе. Это что люди творят, не изменишь уже. Война под кайфом, запомни, только в лесах. Система любит ломать тех, кто чувствует страх. Если друг вдруг стал твоим врагом, если твои мысли видят дыма под потолком.